Ну, этот фильм был просто бомба! Спецэффекты вообще такие классные были! Ну, вообще супер! Димон! Он мне сказал, целый день дома будет! Дим! Дима! Спит, что ли? Уснул? Дима, вставай! Дима! А что это за маска на нем? Дим, давай снимай! Да сними сам! Не снимается! Смотри, провод еще какой-то здесь идет. О, к VR-очкам прям. А, может, это игруха какая-то новая? Я тоже хочу поиграть. Никит, может, не надо? В смысле не надо? Я попробую. Что там, интересно? Ну что, что-то чувствуешь? Да нет, вроде бы. Ничего нету. Никита! Не понял. Добро пожаловать в игру «100 лет за один день». Ваша задача, продвигаясь по уровням, вырастить персонажа от ребенка до старика. Персонаж освободится, только если вы выполните все задания. Какая реалистичная игра. И графика. О! Дима? Это что такое? Никит? Ты что сделала? От питания тебя отключила. Ну ты просто так долго там было, что я начала это переживать. Сколько? Я там всего 30 секунд провел. Какие 30 секунд? Вас не было 30 минут. Там, короче, Дима младенец. Это игра какая-то вообще непонятная. Нужно с ней разобраться. А мне что делать? Блин, Вик, оставайся, короче, здесь и следи, чтобы шнур вообще никто не выдергивал. И маски с нас не снимал. А то мало ли игра заглючит, и мы в ней останемся навсегда. Блин, я поняла, сейчас... Подключай меня. Так. Подключила. Так, так. Первый уровень. Ваша задача уложить спать персонажа. Ну, теперь уже понятно. Уже и задание есть. Только как укладывать детей-то? Я вообще с этим никогда не сталкивался. Время. Выбора. Игрушка. Еда. Или книга. Ну, сейчас дети современные. Наверное, игрушкой нужно попробовать. Дим, смотри, у меня такой конь есть. Давай, вот это будет твоя армия машин, а у меня будет вот такой конь. Или наоборот. Быстрее выберитесь из этой игры. Так, ребята, покидаем помещение. А в чем дело? Здесь будет проводиться дезинфекция. Так, встаем на выход. Не-не-не, их не трогайте. Зайдите позже, а? Что значит позже? Эй, молодежь, встаем! Не, уходим! Не трогайте. Вот поколение выросло. Мы работали. Зумеры несчастный. Чего вообще к нам пристали? Идите отсюда, это вообще наш ангар. Я уйду, но вернусь в полицию, и у вас будут большие проблемы. Давайте, идите отсюда. Ребятушки, ну прошу вас, ну давайте побыстрее, а? Там уже поиграйте и возвращайтесь, а? Вдруг он реально с полицией придет. Фух, так с игрушками не прокатило. Но еда, я думаю, еда точно подойдет. Пау-пау. Так, вон ребенок, попробуем по-детски. Смотри, вот самолет взлетает. И сейчас самолетик прямо тебе в ротик. Вот молодец. Так, походу, не любит йогурт. А, точно, сказки-то он точно должен любить. И картинки яркие. А давай сказки я тебе почитаю. Про разных зверей или про колобка. Он от бабушки ушел. Нельзя же так с книгой, ты чего? Да хватит уже! Вы должны заметить мячик, по ого, весело. Смотри, ты можешь лечь отсюда вот лежа. Интересней. Ложись сюда. Ложись. Вот так вот так удобней. Да. Идет серенький волчок. Собачок. Все, кажется, сработало, ребят. Задание выполнено. Переход на следующий уровень. Ты что творишь? Ну прикрывай меня! Серега! Ты вообще со мной играешь или с кем? Это, походу, второй уровень. Ваше задание. Собрать ребенка в школу. Ага, задание понятно. Дима, а ты что такой большой стал? Ты же только что вот ребенком был. Ну ты куда? Ты нуб, что ли? Так, ладно, это всего лишь игра. Так, соберите ребенка в школу. Вот тебе фломастеры, клей. Что тебе еще надо? Линейка. Учебник. Меч из Майнкрафта. Не понадобится.
Все, давай, вставай, пойдем в школу. Давай, 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 я уже все собрал. Не хочу в школу. Что значит не хочешь? Школа — это важный отрезок твоей жизни. Не пойду, не хочу. Блин, малый совсем обождел. Я вот таким не был. Что с ним теперь делать? Время выбора. Ох, так здесь и так понятно. Сладость один раз дашь, он сразу почувствует доброту. И еще больше будет наглый. А ремень? Вот это да. Я в воспитании разбираюсь. Уйди, я тебя ненавижу. Да ладно, малой, прости, я не специально. Никуда я не пойду, понял? Ну я его уберу, вот все, я его убрал. Точно. Малой, а если ты вот в школу пойдешь и будешь себя хорошо вести, я тебе дам печеньку. Ага, знаю я твои печеньки. Да правда, правда дам, ну открой. Ну, я тебе не верю. До окончания игры осталось 10, 9. Блин, что здесь самое классное? О, приставка, точно! Малой, малой, малой! А хочешь в приставку поиграть? Хочу. Открывай дверь. А печенье дашь? Конечно, и печенье дам. Давайте, просыпайтесь, блин! Кто там? Блин. А я говорил было проводить дезинфекцию. Уходите, уходите! Это вам так с рук не сойдет. Я буду здесь и никуда не уйду. У вас большие неприятности. Эй, так нечестно. Да-да-да, нечестно. Блин, нужно же уровень пройти. Ну что, малой, пойдешь теперь в школу? Ну ладно. Ну давай тогда потом доиграем. Так, надо теперь тебе что-то собрать в школу. Время выбора. Не, ну я бы, конечно, вот этот взял. Это и удобно, просторно, места много. И взял, прошел. А вот это вообще непонятный. Куда столько разных отсеков? И заблудишься, и потеряешь все ручки. Тем более, вон надпись какие-то, и это не на русском написано. А он русский тут до конца не выучил. Слышь, малой, смотри, какой у тебя классный портфель, так сказать, приобрел. Точно классный. Конечно, будешь самый модный и практичный в школе. Все, давай, иди. Ты уверен? Да, быстренько книжечки туда и пошел, давай. Ладно, пока. Давай, пока. Удачи в школе. Ну как, где ты там? Фу, ты чего? Пятерок много получил? Да давно все смеялись. Сказали, что сумка как у бабушки. Я как? Тебе больше не верю. Ты плохой советчик. Чего? Ваш рейтинг в игре -1. Офигеть, еще и рейтинг есть. Малой, да это нормальная сумка. Все, я никогда больше в школу не пойду, понял? Да ладно, мы исправим. Ну да, сумка, возможно, несовременная чуть-чуть. А у всех крутые большие рюкзаки с Angry Birds, понял? А у меня как у бабушки. А сейчас все, мы исправим, давай-давай, погнали. Куда? Ты будешь вообще самым крутым, тебе все, даже учителя обзавидуются. Ну все, давай, выходи. А так можно в школу? Конечно, можно, ты же хочешь быть крутым. Дед Чай, тебе все обзавидуются. А ну-ка покрутись. Вообще топ. Ты только ходи еще вот так, на расслабоне чуть-чуть. Пошел давай. Пока. Чтоб без пятерок не возвращался. Пока. Ой, молодец, конечно. Изи гейм. Йоу! Привет! Спасибо тебе большое! Ну чё, как? Я теперь самый крутой в классе. В смысле в классе? Поверь мне, ты самый крутой в школе. Ваш рейтинг в игре -1. Чего? Ты чё там надел? Ничего, все круто! Давай рассказывай, я точно чувствую, ты что-то надел. Ну мне замечание в дневник поставили. За что? Там написано. За внешний вид? Да они вообще не разбираются. Я им то же самое говорю. Они говорят, с учителем спорить нельзя. Тут это школа у тебя. Вообще перевести тебе надо. Кто тебе... Давай я не буду ходить в школу. Нет, будешь. Ты тогда не вырастешь нормальным человеком. Мне еще игру пройти надо. Что? Ничего. Время выбора. Ластик для стирания чернил. А если стереть? Да нет, спалит еще, потом вообще рейтинг упадет. А для чего мне бумага? Слышь, малой, а вам там что-нибудь в школе задавали? Да, поделку сказали принести. Сейчас мы тебе поделаем поделку. По-моему, что-то как-то так. Опа! Все, малой, кораблик готов. Бумажный? Нам из дерева сказали сделать. Кворечник, например. А бумага из чего делается? Из дерева. Считай тебе деревянный корабль. Все, давай, бери, беги в школу. Только скажешь, что сам сделал. И учителям больше не хами. Давай. Пока. Пока. До вечера. Фух, надеюсь, он ничего не натворит.
Уровень пройден. А, я знал, что я клевый родитель. Правда, глаза уже от этой игры болят. Кстати, а мы сегодня идем вечером? В смысле? Куда идем? Ну ты же обещал, что мы на мой день рождения пойдем в парк аттракционов. Ты что, забыл? Никуда я не пойду сегодня. Че? Дополнительный уровень. Ваша задача организовать ребенку день рождения. Обалдеть! Дополнительный уровень еще. Так, ну в целом сейчас что-нибудь накроем на стол. Не густо. Так, шарики, вроде все по-праздничному. Пирожные. Кайф. Малой, иди сюда. Зачем? Ну иди сюда, у меня для тебя сюрприз. Кресло именинника. Давай, садись. Давай, давай, именинник. Ладно. Вот тебе чай, пирожное. А сколько тебе вообще лет сегодня исполняется? 8. Так давай тогда. 1, 2. Отстань. Давай песенку тебе спою. С днем рождения тебя, Дима, с днем рождения. Что-то ты совсем не весел, что-то носик свой повесил. Подарок где мой? А, подарок. Да, сейчас, секунду, у меня подготовлен. Сейчас будет подарок. Опа. Время выбора. Настольная игра или Сигвей? Блин, ну я себе, конечно, хотел бы Сигвей. Значит, и ему Сигвей. Поехали. Малой, смотри, что есть. Вот. О, это мне. Это мне. Да, это тебе подарок на твой день рождения. Круто. Давай. Спасибо. А как на нем кататься? Дополнительный уровень. Ваша задача научить ребенка кататься на Сигвее. Тут сколько дополнительных уровней, вообще не понимаю. Аккуратно, подожди, давай вместе. Больно. Давай руку. Тут главное баланс найти, понял? Давай, вставай, держись. Вставай раз и вторую ногу. Все, держишься. Давай. Держи, держи ровно, держи просто ровно. Просто ровно, держись ровно. Все. Держусь. Видишь как? Не уверен, аккуратно. Вперед наклоняешься, едешь вперед. О, еду. Назад. Остановиться как? Ауч. Нога болит. Вроде держаться будет. Ну все, как новенький. Ты как, нормально? Немного ноет нога. Готов дальше кататься? Да, сейчас готов. Мы тебя еще и трюком научим. Не надо трюки, ты меня лучше подержи за руку. Подержу, подержу. Ну давай, вставай. Так, баланс. Баланс. О, чувствую. Давай, езжай, тренируйся. Ух, так, вот здесь так. Стена, нужно аккуратней. Уровень пройден. Yes. А это что за уровень? Пока непонятно. Ребенок был, школьник был, что же будет дальше? О, какие люди в Голливуде. Держи краба. Привет. А ты откуда? Из универа. Универ. А что так рано? Так я со второй пары свалил просто. Там какая-то экономика дальше, я ее не понимаю. А сфига ли ты вообще свалил? Сейчас наказан будешь. Я тебе что, шкет, чтоб ты меня наказывал? Эй, офигел? Вы, блин, быстро растут. Ваша задача на этом уровне – подружиться с подростком. Подросток? Ты это кабан какой-то. Как с ним дружить-то? Что у вас там происходит-то? А я предупреждал. Сэч, остановитесь! Дезинфекция! Так, стой! Нет, не трогайте! Не трогайте! Уйдите! А что происходит? Время выбора. Ну, в принципе, он повзрослел, поэтому телефон. В телефоне там всякие социальные сети, Инстаграм, Ютуб. Так, зарегаемся для начала. Слышишь? Не малой. Эй, парень! Пацан, точно, пацан, слышишь? Чё? Видел я там в Телеграме тебя в друзья добавил. Видел. Ну, может, примешь? Слушай, не позорься. Ну, хотя бы в одноклассниках добавь. Ваш рейтинг в игре -1. Фигеть, с чего? Уровень рейтинга очень низкий. Персонаж превращается в трудного подростка. Чего смотришь на меня? Плешивый, вставай, пошли. Офигеть, это что такое? Эй, ты, как тебе там? Есть что похавать? Блин, надо было внимательнее следить за своим рейтингом. Так, фигня. Это вообще что такое? Горчица, кто? Ты что, не раскидывайся?
Эй, пацан, может, как старые добрые, поечку заманем? Где? Я что, в одном месте детство заиграл? Давай лучше это, кабанчиком сгоняй, что-нибудь похавать нормальное купи. Ладно, ладно, что ты, расслабься. Лома. Лома. О. Блин, как я сразу не догадался. Ему же деньги нужны. Эй, чувак. От телека отойди. Может, что, погнали затусим куда-нибудь? Если что, деньги есть. Опа. На. Ага. Спасибо, я погнал. Эй. Вообще обнаглел. Ты что себе позволяешь? Дополнительный уровень. Ваша задача — пойти на вечеринку с подростком. Время выбора. Выберите костюм для вечеринки. Однозначно вот этот. Это яркий, классный, практичный. Не, ну в реальной жизни я бы надел вот это. Но мы все-таки в игре. А в игре могут, наверное, какие-то свои правила быть. Все, я готов с тобой на вечеринку идти. Вечеринка. Ты что, издеваешься? Ты меня позорить, что ли, хочешь? В смысле позорить? Нормальный костюм. Яркий, прикольный. Ну ты, конечно, дед. Хотя выглядишь молодым пацаном. Иди отсюда, не позорься. Блин, реально, что ли? Это моя последняя попытка. Надеюсь, сейчас все получится. Все, я готов. Ну, прикид нормальный. Ну, что-то мне не хочется тебя брать с собой. Да ну ты че? Мы на этой йоу-тусовке такое сделаем. Ты вообще закачаешься, все твои друзья офигеют. Давай, краба, бро. Ну ладно, бро. Нормуль. Да. Let's go. Come on. Уровень пройден. Да, конечно, стаж работы большой. Ну, месяца два в институте было дело. Перезвоните мне, хорошо, я жду. До свидания. Блин, уже десятый раз говорят, что перезвонят. Что-то не перезвонят. Так, так. Фух, с каждым уровнем становится все сложнее. Ваша задача — выбрать персонажу профессию. Ого! Ну, в принципе, вот и четыре основные профессии. Так, видеоблогер. Нет, это точно не вариант. Садовник. Ну, кстати, садовник прикольно. Ну, целый день копаться в этом саду — нет. Сантехник. Нет, не надо, весь зальется. О, а вот электрик, классно. Будет чинить электричество. Я даю вам последний шанс на то, чтобы забрать такого крутого сотрудника, как я. Ну почему во взрослой жизни так все сложно? Послушай, а вы же в университете там электрику изучали, там, правильно? Кто-то изучал, я нет. Небольшие знания, хотя бы остались азы. У меня здесь что-то с телеком проблема. Там внизу проводки, посмотри, в общем. Главное, чтобы телек заработал. Что, сам не можешь? Да я не разбираюсь. Так, ну тут плюс, минус, фаза. Давай, давай. А, так в розетку не воткнуто, ща. О, все, должно работать. Пробуй. О, молодец, классно! Я что подумал, может тебе электриком стать? У тебя так классно получается. Реально, что ли? Ну да, давай там. Плохо, иди. Вот именно, на завод. Электриком, круто. Уровень пройден. Так, дверь закрыта. Теперь эту надо закрыть. О, закрыла. Фух, вроде ребята в безопасности. Ну и поколение, конечно, у нас выросло. Ничего, кроме компьютерных игр, больше не умею делать, но ничего. Я вас научу на улице гулять. Это что такое? Блин, ребята, сейчас это будет кончаться. Ребят, ребят. О! Аварийный генератор активирован. Запасная электрическая энергия закончится через 60 минут. Вы же справитесь за 60 минут, да? Вы, главное, побыстрее, мои хорошие, побыстрее давайте. Ваша задача — помочь персонажу заинтересовать девушку. Не понял, у него что, уже девушка появилась? Он только-только на работу устроился. О, привет. А это вот девушка моя, Эля. Привет. Привет, Эля. Это, я не знаю имени, но он мне кажется родным. Ну ладно, мы с ней пошли. Я хочу ей песню на гитаре сыграть о любви. Приятно познакомиться. Отлично. Песню, значит. Ну все, вроде нормально. Зачем заинтересовать-то? Вот, присаживайся сюда. Оп. Ну, начнем. Ты чего? Дим, я, наверное, пойду, у меня там дела, мне нужно идти. Стой, подожди, какие дела? Маме помочь. Время пострелять, между нами борьба, попадаю в сердце. Что делать-то? Время выбора.
конечно же, фотки. Это же весело. И она сразу его всего узнает. Вот, а это Дима маленький совсем. Вон соску потерял. Ой, люди, путечки, какой сладенький. Да, вот такой вот он. Слышь, хорош. А вот это вот Дима на горшке. Ну как весело. Тут дальше еще есть. Еще вообще прикольный. Слушай, Дим, ну я пойду, хорошо? Хорошо. А ты мне перезвонишь потом? Конечно, перезвони. Ты чего? Нет. Не так уж и плохо, знаешь, нет, это не всегда прям нет. А может, мне тем более твоего номера нету. Знаешь, что я понял? Ты мне всю жизнь сломал, все из-за тебя. Если бы не ты со своими фотками, их сожгу вообще, откуда они у тебя? Это вообще-то твои фотки, а не мои. Молчи! Ну вот, и вся благодарность. Ваш рейтинг в игре -1. Чего? Я вообще не понимал, рейтинг когда-то дают? Во всем виноваты девушки. На этом уровне ваша задача — помочь персонажу справиться с унынием. Опять он повзрослел и унывает. О, опять ты. Че, снова хочешь мне жизнь испортить? Давай вставай, че с тобой такое происходит? Уже не маленький ребенок. Убирайся, помойся, поврейся. Не хочу. Я тоже много что не хочу. Но надо, ты взрослый уже или нет? Уйди. Да ладно тебе, посмотри вокруг, жизнь классная. Помнишь, как мы в футбол с тобой играли, в баскетбол? А в приставку, хотя бы в приставку поиграл бы. Даже этого не делаешь. В детстве с тобой, в Нерфе. Они же, кстати, где-то здесь лежат. Я точно помню. Вот они! Ты какой себе хочешь? Никакой. Ладно, тогда... Кто у нас мистер ленивая задница? Что ты делаешь? Прекрати! А ты встань и заставь меня прекратить. Ну все, ты доигрался. Доигрался я? Дай сюда. Доигрался я, значит? Пиу-пиу! За укрытие! Снайперский выстрел! Есть, я выиграл! Ну ты лузер, конечно! Ну вот видишь, я же тебе говорю, круто! Да, пойду развеюсь. И помойся заодно. Я даже побреюсь. Уровень пройден. Это было, конечно, сложно. По логике, скорее всего, здесь меня будет поджидать какой-нибудь дед. Дима, дедушка? Ваша задача — помочь персонажу найти свои очки. А, понятно. Деда. Внучок? Да, я. Очки мои не видел. Вот мне как раз таки нужно выполнить это задание. Катание? Какое катание? Да не катание, задание. А вы где вообще были последний раз? Ой, помню. Последний раз на море. С Маринкой. С Маринкой. В 2037 были. О! Гули-гули-гули. Гуля, так, гуля, ладно. Гуля. Если он был здесь, значит, очки тоже где-то здесь. Не. Блин, дед, а где ты? Блин, дед, ну куда ты пошел? Дополнительный уровень. Ваша задача — найти дедушку. Гуля, гуля, гуля. Гуля, гуля, гуля. Дед, ну куда ты делся? А, пусто. Понятно, значит туда. Деда! Гули, гули, гули. Дед, дед, гули, дед, гули, дед, гули. Дед, 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 дед. Тихо, тихо. Очки мои не видел. А что у тебя там в кармане? Будешь? Нет, спасибо, ну посмотри сам. А, так вот же. А ты искал? Очки. Задание выполнено. А ты не мой внучок. Я вам пледик принесла, чтобы не замерзли тут. Танк. До окончания работы резервного генератора осталось ровно 3 минуты. Ребяточки, у вас всего лишь 3 минуты осталось. Давайте вы там побыстрее. Ребятки, давайте. Ну, побыстрее там как-нибудь. Минус задание. Финальное задание. Выполнить последнюю просьбу персонажа. Как это последнее? Дед, ты чё?
Подойди сюда. Да-да, хорошо. Что такое? У вас, может быть, есть какое-то желание последнее, которое... Алло, дедушка. Чё? У вас, может, желание есть последнее какое-то, которое вы хотите, чтобы осуществилось? На море хочу. На пляж. На море? А может, что-нибудь другое там? Мороженое или просто фильм какой-нибудь? Нет, на море хочу. Больше ничего не хочу. Блин, дед, ну где же я тебе море достану? Ладно, сейчас что-нибудь придумаю. Подожди, а ты вообще кто такой? Я? Да не важно. Блин, минута осталась, давайте там быстрее, ну чего там делать, что-то такое? Пожалуйста, ребяточки, ты что так сложно дурацкую игру пройти? Ребята, короче, есть план. Море дедушка заходил, будет ему море. Так, отлично, хватит. Вот тебе и море. Сейчас солнце жаркое придумал уже. И кое-что для атмосферы. Ракушки. Деда, это я. Держите, дедушка. Что ты делаешь? Последнее желание ваше исполняю. Пляж, море, все как вы хотели. А солнце где? Сейчас будет светить. Вот оно и солнце. Ой, как ярко. Убери солнце. Не могу, дед, солнце же. А почему я звук моря не слышу? Так оно пока что спокойное. Сейчас. Вот, дедушка. О-о-о. И звук моря. Море, слышу, чувствую. А запах? А вот даже вода. Холодная еще. Холодная. И ракушки, ракушки даже есть. Ракушки. Слышу, слышу. Хорошо на море. Вот именно. Самое главное, что вам нравится. Хорошо. Ну что, я выполнил вашу мечту? Деда. Дедушка. Деда. Игра окончена. Поздравляю. Мамочка, вы вернулись. Че так светло, свет выруби, Вик. Как хорошо, что вы вернулись. Я так переживала, что вы вообще не вернетесь. Да не кричи, так голова болит. Офигеть, что я сейчас видел. Вот это игра. Я тоже что-то видел. Как будто вся жизнь перед глазами пролетела. Да потому что так и было. У тебя реально вся жизнь пролетела. Ты где вообще эту игру взял? В интернете по скидке заказал. Блин, башка болит. Ну теперь тоже из-за тебя. Ребята, можно мне попробовать тоже поиграть? Вика, нет, нельзя. Ты как только предложишь, сразу у нас проблемы. Хватит вообще о играх разговаривать. Пойдем лучше погуляем на свежем воздухе. Вот именно нужно радоваться жизни, а не этим компьютерным играм. И вообще, ребят, я за сегодня очень много понял. Жизнь настолько коротка, что нужно каждому моменту радоваться. И в эти компьютерные игры я вообще теперь месяц играть не буду. Ты что, какой месяц? Ну неделю максимум. Ну да, ладно, неделю. Пойдемте, футбол, волейбол. Лучше баскетбол. Солнце, лето, жара.